нас сегодня в областном суде рассматривалась апелляционная жалоба одного из защитников Мортова, Николаева, на постановление Волжского суда об отказе в удовлетворении жалобы в порядке статьи 125. Угу. В этой жалобе ставилось под сомнение законность возбуждения уголовного дела в отношении Мортова. Суд, не вдаваясь в подробности, посчитал, что нет оснований для удовлетворения этой жалобы. И также сегодня немногословен был у нас Саратовский областной суд, который в апелляционной инстанции жалобу защитника Николаева отклонили. Я, как один из защитников, который по этому делу принимает участие на предварительном следствии, считаю, что эти решения весьма сомнительны, и у нас есть намерение обжаловать их и дальше, возможно, в кассационном порядке, поскольку оснований, как мы полагаем, для возбуждения в отношении Мортова уголовного дела не имелось и не имеется на сегодняшний момент. Кто принимал решение из судей? Из судей принимал решение судья Саратовского областного суда Артамонов. А в чем суть жалобы? Почему вы считаете, что это незаконное возбуждение? Уголовное дело возбуждалось на основании заявления некого фермера Кубракова, который просил привлечь к уголовной ответственности главу Ахтубинского муниципального образования Калининского района Васильчика. Ни одного слова о Мортове, о том, что тот каким-то образом может быть причастен к совершению этого преступления, мог получать денежные средства Кубракова, заявления не было. Заявление – это единственный повод для возбуждения уголовного дела и других каких-либо заявлений, сообщений, иных документов, которые могли бы свидетельствовать о причастности Мортова к совершению этого преступления, не имелось. Поэтому мы и указывали о том, что дело возбуждено без достаточного повода и без достаточных оснований. Хотели убедить в этом суд, но суд, к сожалению, проигнорировал все наши доводы. А по каким основаниям это произошло сегодня, мы узнаем, когда ознакомимся с текстом апелляционного постановления.